Губернатор Ямала внес предложение от региона в законопроект об арктической зоне России. В частности, дополнения коснулись полномочий округа по созданию научных и образовательных центров по изучению Арктики, а также обеспечению защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов. Кроме того, Дмитрий Кобылкин предложил учесть в проекте закона предоставление коренным северянам долгосрочных лицензий на право пользования объектами животного мира и расширить перечень налогов за пользование природными ресурсами, которые будут зачисляться в местные бюджеты. Разработка законопроекта для обеспечения нормативно-правового регулирования правоотношений в арктической зоне Российской Федерации является своевременной и необходимой. Важно, чтобы в итоговом документе была учтена особая проблематика регионов, в которых мы живем. Для Ямала это прежде всего защита интересов коренных жителей, сохранение и восстановление экологии, биоресурсов, комплексная безопасность территории, подчеркнул Дмитрий Кобылкин.